А ты еще не собрался? Ну что ж, поможем. Да. Тут только повседневные твои вещи. Шарф какой-то непонятный. Я думаю, что тебе необходимо будет взять с собой пару костюмов. Ты что-то сказал? Да. Я упакую тебе твой костюм. Тебе понадобится что-нибудь черное. И когда все узнают о нашем разводе, скажи нашим общим друзьям, что мы расстались с тобой мирно. Я хочу избежать все эти сочувствующие взгляды. Ты меня понял? Здесь. Что ты там бормочешь? Я ни слова не понимаю. Ты почему весь мокрый? Что ты наделал? Нет. Ты думаешь, просто так отделаться? Я хочу увидеть, как ты будешь валяться без денег в канаве. И я не лишу себя этого удовольствия. Алло, скорая? У нас произошло небольшое недоразумение. Вы не могли бы приехать по адресу Средний Каретный переулок 6/9? Беда с моим мужем. По-моему, он проглотил очень много таблеток. Что? Секунду, подождите, пожалуйста. Угу. Да очнись уже! Алло, я здесь. А что, уже выехали? Очень хорошо. Мы очень ждем вас с мужем. Приезжайте скорее. Ну, прости, что накричала на тебя, дорогой. У меня был сегодня очень тяжелый день.